Доставить документы в другой город быстрее и по приемлемой цене. Авиакомпания «Алроса» запустила услугу «Воздушная почта». Отправить пакет документов самолетом в данный момент получится из 4 городов – Мирного, Якутска, Новосибирска и Иркутска, а получить можно в 6. К перечисленным добавляются Москва и Полярный. Главное – оформить посылку минимум за 3 часа до вылета рейса. На борт возьмут пакет весом не более килограмма. Отправление принимают в аэропортах. График их работы опубликован на сайте авиакомпании «Алроса» в описании услуги. Адресат сможет получить пакет в аэропорту назначения через 3 часа после приземления самолета, но исключительно в рабочее время пункта приема корреспонденции. Тариф на доставку корреспонденции составляет 1500 рублей. Также предусмотрен сервисный сбор. Подробности на официальном сайте авиакомпании.